Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Пьер Сюбле, французский художник, который работал в период позднего барокко и раннего неоклассицизма, в основном в Италии. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в Сен-Жиль-Дюгар во Франции 25 ноября 1699 года. Покинул Францию в 1728, получив гран-при французской академии, которая представляла стипендию для обучения в Риме. В Риме написал для курфюрста Саксонии Фредерика Кристиана картину «Посещение Христом дома Симона Фарисея», позже выгравированную самим Сюбле Расом. Эта работа обеспечила ему вступление в знаменитую римскую гильдию художников – Академию Сан-Лука. В Италии увлекался живописью Пуссона, копировал произведения Рафаэля, античные скульптуры. Он был удивительно проницательным портретистом, о чем свидетельствует портрет папы Бенедикта XIV или тучного кардинала Валенти Гонзаги. Его жена, знаменитая художница-миниатюристка Мария Феличи Тибальди, была сестрой Изабеллы, жены Тримальера. При жизни самой известной работой художника считалось место святого Василия. Позже она использовалась для создания огромной мозаики, которая должна была украсить алтарь в соборе святого Петра в Риме. Сюбле Рас проявляет большую индивидуальность в своих любопытных жанровых картинах, которых он создал в значительном количестве. Находятся они в Лувре. Его иллюстрации к Лафонтену и Боккаччо проявляются его истинное отношение к современной эпохе, а его рисунки с натуры часто вызывают восхищение. Измученный непосильной работой, Сюбле Рас попытался перебраться в Неаполь, но через несколько месяцев вернулся в Рим и там умер. Умер 28 мая 1749 года. Вот так вкратце из переводной Википедии, данных не очень много о французском художнике, который работал в период позднего барокко и раннего неоклассицизма, в основном в Италии, Пьер Сюблеер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.